В Перми в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля задержали мужчину, в автомобиле которого было обнаружено и изъято 100 граммов героина. Наркотик задержанный вложил в мужской носок и спрятал в багажнике своей машины. Впоследствии наркоторговец рассказал, где находится организованный им тайник с героином. В земле под крышкой от кастрюли оперативники обнаружили еще 100 граммов наркотика.